19 апреля по всей республике стартовала акция по пресечению продажи алкогольных напитков и табачных изделий по инициативе Министерства по делам молодежи Дагестана. На территории Хасавюрта мероприятие поддержали активисты молодежных движений. Непосредственное участие также приняли сотрудники правоохранительных органов. В ходе проводимого рейда были обнаружены несколько торговых точек, где свободно продавали сигареты и алкоголь несовершеннолетним. По словам исполняющего обязанности начальника отдела профилактических программ и проектов Министерства молодежи Юсупа Гусейнова, нельзя допустить, чтобы нерадивые продавцы губили молодежь. Очень это плачевно для нас лично, для меня в том числе. Но мы будем штрафовать этих продавцов и, конечно же, будем вести просветительскую акцию, чтобы в будущем такого не повторялось. Спасибо всем молодым людям, кто присоединился к этой акции. Эта акция будет не одноразовая, она будет действовать на постоянной основе. Руководитель общественного антинаркотического движения в Хасавюрте Магомед Магомедов, принимая неоднократное участие в профилактических мероприятиях на территории города, отметил, что несмотря на регулярно проводимые рейды, проблема все еще остается острой. В данный момент мы находимся на улице. Вот в открытом виде торгуют сигаретами. Вот в открытом виде. Вот только что молодому парню, несовершеннолетнему, продали вот пачку сигарет и вот бутылку пива. Вот еще торгуют на своем. Ребята купили только что здесь. В ходе проведенной акции были обнаружены несколько торговых точек, где производилась продажа алкоголя, сигарет, а также насвая, на основании которого составили протокол об административном правонарушении. Также с десятками продавцов провели профилактическую беседу. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».